Базовый уровень, урок третий, тема «Моя семья», мои дорогие, родные и близкие люди. Читаем, думаем, анализируем. Прочитайте письмо, переведите незнакомые вам слова, обратите внимание на выделенные словосочетания. И ответьте на вопросы, как вы думаете, какие падежные формы в них используются. Скажите, от кого получила Мария письма и сколько? Чтение самого письма. 10 декабря. Привет, Андрей! Получила 3 твоих чудесных письма. Спасибо! Прости, у меня было много дел и совсем не было времени ответить тебе сразу. Контрольные работы, семинары, зачеты, собрания. Как видишь, мне надо было много заниматься. Но это не значит, что я о тебе забыла. Без тебя я скучаю. Когда мне грустно, я смотрю наши фотографии. Фотографии наших друзей, близких и родных. Особенно мне нравится та, на которой мы с тобой, Мартой и ее братом Мигелем, около памятника Александра Невского. Помнишь, как это было? Ты приезжал на несколько дней в Софию. Мы гуляли по бульварам и не чувствовали ноябрьский холод. Нам было тепло. В письме многого не скажешь, не объяснишь. Приезжай, я очень хочу тебя видеть. Кажется, ты хотел провести 2 следующих выходных дня в Софии. Ты не передумал? Посылаю тебе несколько новых фотографий, которые ты еще не видел. Хорошие, правда? Жду, целую, до встречи. Мария.